привет! С вами снова Трибунал, и сейчас будет быстренький обзор обновления, которое нам добавят уже завтра. Значит, карты класса добавят. Это первое добавит фиолетовый, это орб с сабом на БД. В принципе, неплохая. Далее мы смотрим. Эпик карты нам добавят нового танка Филаура с сабом на мага. Далее нам добавят ножа с сабом на БД. Это у нас Кармон Эстус. И еще нам добавят мага Тома, мастер Тома. Это у нас маг, лучник. Не знаю, почему маг лучник, но в принципе. Да, еще не показал пробуды у Дагера. Дагера вот по пробудам. И у танка пробуды у нас, соответственно, вот такие. Вот этих 4 карты нам добавят. Далее нам добавят Агатиона. Пойдем снизу вверх, чтобы было интереснее. Значит, добавят вот такого скелетика. Ну, коллекции не все будут сразу, поэтому коллекции не вижу смысла показывать. Коллекции уже в игре посмотрим. Добавят вот такой вот Гарпию. Добавят вот такого Фантом Вардера. И добавят вот такого еще Бреку. Так, с эпических нам добавят Юникорн. Далее нам добавят Базила. Добавят Грааль Апостол и Деск Найт. Деск Найт — это ПВЕшный топовый красный агат, который будет. Далее нам добавят легендарные фиолетовые, это Акамонахи. И это топовый ПВЕшный фиолетовый Деск Найт также. Вот, это по агатам. Добавят еще нам Бестиарий, здесь это души на Корее. Значит, это еще одна возможность забустить своего персонажа. Будут паки. Как даже, я не знаю, как хорошо вам рассказать. Нужно будет коллекционировать души и прокачивать их по уровню. Уровни прокачиваются при помощи таких же душ, либо же вот таких котиков. Также можно другими душами прокачивать. Вот мы, например, возьмем... Давайте Камон возьмем. Вот у нас есть душа. Мы можем ее прокачивать. Соответственно, мы видим, что если использовать левые души, вот эти, например, дает 5 опыта за душу. Если использовать такую же душу, как мы хотим прокачать, это дает 7. То есть такими же душами прокачивается лучше. И еще у нас есть котики, которые дают на порядок больше опыта. Это специально как карточки опыта. Это вот эти вот котики. Это у нас белый, зеленый, синий. Они также есть еще красный. И если я не ошибаюсь, то золотой. Но золотого не уверен. Вот, эти котики не идут в коллекцию, они идут чисто для прокачки. Соответственно, мы можем вот прокачать следующий уровень и за уровень получить вот такие вот очки. Вот синенькие внизу. Не знаю, видно, не видно. Эти очки мы получаем, когда открываем души. То есть, когда у нас впервые появляется душа, нам даются вот эти очки. Соответственно, откроем душу, получим 1 за белую, получаем 4 за зеленую, 16 за синюю, 128 за красную и так далее. Вот награды по... За то, что мы получаем белую душу, мы получаем 1. За поднятие ее уровня 2, поднимаю, получаем еще одну монетку. Ну, не монетку, это какой-то, не знаю, что это. Айтем, скажем так. Соответственно, 3, 4, 5 это 2, 3, 4 и 6 уровень это 5 айтемов. Вот награды за зеленые, за получение 4, дальше за подъем уровня. Быстренько показываю, не буду на этом зацикливаться, хочу маленькое короткое видео сделать. Далее вот эпические. За получение 128, дальше за поднятие уровня. Также эти души мы получаем не только за поднятие уровня, а и за коллекции. То есть, если мы, например, соберем определенную коллекцию, получим количество вот этих вот айтемов. Вот здесь вот 16 за эту коллекцию, к примеру, здесь 8. Далее, когда мы собираем эти айтемы, далее у нас есть вот такая вот шкала прокачки статов. Именно то, что нам дает. То есть, мы собираем души, коллекции, уровни душам. И за это мы получаем айтем. Дальше эти айтемы мы тратим. Тратим куда? Вот в прокачку этих статов. Сейчас я быстренько пробегусь. Покажу все статы. 7 есть, 7 возможных вариантов прокачки. Прокачивать можно в любую сторону. Также если не понравилось, можно скинуть. Вот. И, например, вот идут уровни. Первый уровень, второй, третий. Мы видим, что получаем. Вот за четвертый, вот пятый. В принципе, вот вся шкала идет. То есть... Максимум 33 тысячи айтемов нужно, чтобы прокачать всю волну. Но еще видно, внизу есть ответвление. Что это за ответвление? Это прокачка общих навыков. Это навыки, которые у НПС возле статуи покупаются, и они улучшаются. То есть нужно смотреть, какие навыки. То есть здесь вот реген ХП, да, релакс. Это увеличивает больше регена ХП. Здесь далее релакс 3 тоже увеличивает реген. Здесь дэмэдж блок улучшается, еще дэмэдж блок больше. То есть, соответственно, каждая ветка имеет свои дополнительные. Здесь вот атака. Например, я прокачаю сейчас ветку вот сюда.
Ну, соответственно, мне даст активировать вот этот скилл. Он активируется 100%, стоит 200. То есть, соответственно. В общем, любая ветка, прокачиваете, дополнительно получаете стат. Стат офигенный, по сути. Далее, где брать души? Души падают абсолютно со всех мобов. Даже в самых-самых слабых локациях. Но в чем суть? Вот в этих локациях, если мы посмотрим. А вот с босса падают красные души. С некоторых боссов падают синие души. Так, вот, например, в этой локации. А, вот смотрите, а здесь не падает. А на... Давайте посмотрим здесь. Вот, уже падают души. Вот дионовская душа 3. И вот перечень душ, которые могут выпасть с этой души. Да, то есть рандомно здесь получаете только одну душу. То есть вот такого вот с моба. Вот такие айтемы, когда вы выбиваете, получаете всего одну душу. Там дионовский, здесь герановский. Если там взять, к примеру, уже Орен. Здесь у нас будут ореновские, но, к примеру, вывари уже. Там будут немножко по-другому. Здесь будет падать, вот, к примеру, берем вот личная душа, да, синяя, которую можно передать, продать. Это одна душа. Также будет падать душа общая с вывари. С определенным шансом. Вот. И еще можно души будет ежедневно покупать. Души будут покупаться за золото. Так, вот. Если я не ошибаюсь, можно будет 5 купить здесь и также 5 купить здесь. Здесь именно 11 душ в одном паке, а каждый пак стоит 1 миллион. То есть 10 миллионов, если я не ошибаюсь, 10 миллионов в день отдельно нужно будет тратить на души. Есть вот просто души, есть вот в паках, например, вот я вам сейчас покажу. Они также в паки добавятся, все будут и там, и там. Значит, в паках вот есть вот с душами новыми, да, улучшенный Soul Crystal Stone, да. И есть вот с улучшенным шансом выпадения Finest Cat. То есть это коты на прокачку. То есть есть два типа. Есть просто с душами, есть души с котами. Котами хорошо прокачивать, а души, соответственно, это новые души. Вот так. Как-то так. Не знаю, постарался быстро сделать, не углубляться, особо не заморачиваться. В целом будете фармить на спотах, будут падать эти души, будут продавать на аукционе, будете покупать, закрывать, открывать новые, прокачивать. Ну, это типа история очень длинная. Но буст там хороший. Стартовый буст будет приятный, на самом-то деле. Вот, это... А, еще некрополь добавит. Почти чуть не убежал, ребят. World Dungeon добавит некрополь. Он будет в воскресенье в 4 часа дня. Зайти в него можно будет. Старт регистрации без 10, 4 в 4 закрывается, 15 минут дается на сам инст. Значит, суть инста в чем? У вас будет 3 уровня, каждый уровень имеет свое значение. То есть там первый уровень вы можете фармить мобов, если добывая очки, и также убивать противника. Убивая противника, вы получаете часть его очков, которые он заработал. Вот фрагмент. И когда вы собираете 100 за определенное время, вы переходите на второй уровень. Если не собрали, вы вылетаете. Соответственно, следующий 100 зарабатываете, переходите в третий уровень. А третий уровень уже на выживание. Соответственно, типа царь горы. Кто останется последним живым. И награда идет по занятому месту с конца. То есть первое место, кто выжил, второе место, кто последним умер, предпоследним умер, то есть там и так далее, и так далее. И будет награда улучшенная. По наградам. Сами награды за рейтинг я не скажу, не знаю. По наградам там боссы мобы. С мобом будут падать свитки. Сейчас мы вот посмотрим, да. С мобом будут падать свитки. Ну, где же? Вот, типа, как на Олимпиаде, да. А с боссов тут будут боссы, будут падать рецепты. Ну, как будут. Они есть в дропе. Рецепты, блески. Рецепты синие и красные. Это первый этаж. На втором этаже еще добавляются синие банки. Синий рецепт. На втором этаже еще добавляется. А, вот с боссом красные и синие банки. Красные и синие. Рецепты красные и синие с мобов. И на третьем уже будут даже с мобов красные, синие и банки, и рецепты. Также будут падать. В принципе, по идее, должны подешеветь красные рецепты, должны подешеветь синие рецепты. По логике вещей, возможно, добавят перекрафт в синих красные рецепты. Вот такая вот штука будет. Давайте мы посмотрим, наверное, опять же, через этот же некрополь. Вот, через крафт красный. 50 синих рецептов, один красный. По идее, его должны добавить именно вот сейчас, но не факт. Потому что должно быть немножко полегче стать с рецептами синими и красными. Блин, затянулось немножко видос, но я старался по-быстрому сделать, не знаю. Сорян, если что, пишите в комментарии, что ты жуешь резину или как там. Я не знаю, как вы любите. В принципе, нужно было меньше, быстрее или объяснил нормально, не знаю. В целом, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.